Кай, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой и Игорем мы продолжим выяснять, кто же будет новым, самым лучшим майнкрафтером на ютубе. Посмотрим, посмотрим. Да, ребята, всем привет! Всем здорово! Вот, и собака, и вы прекрасно знаете, что нужно делать, если вы влепите огромный палец вверх, и мы наберем 15 тысяч лайков на этой серии, то обещаю, уж сразу же выйдет новое. Новое прям сразу же выйдет сразу. Да. Погнали. Ну что, вы готовы? Да. Давайте. Нужно против кого-то одного объединиться, короче. Кто будет убиваться, тот собака. Я знаю, что ты не предатель, Игорь, поэтому ты хороший человек. Вот. Не, сюда я не хочу. Сюда я точно не хочу. А я даже очень сильно хочу. А ты очень даже хочешь? Хорошо. Да. Нет, твою мать, ребята, я в ловушке! Ай-я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 й! Какой ловушки? Ловушка между домами была! Мне понравилось! Я манал эту ловушку. Я не знаю, что там за ловушка была и куда ты упал вообще? Между домами там нельзя выбраться, понимаешь? А зачем ты туда упал? Я случайно зачем по домам... ты дурак, что ли? Что, дурак? Там нельзя выбраться, ты туда все равно... Нет, я по домам прыгал, и я не допрыгнул. Вот. Ай-яй-яй. Прыгал, не допрыгнул. Это надо было на физкультуру ходить в школе. Это Обратно! Они же не полезут. Нападение зомби! Если они не полезут, в принципе, все хорошо. Не надо разговаривать, не наслышат. Тара-та-тара. Не наслышат, все. Дебил, ты тупой, конченый придурок! А что было? Я просто подошел, его напугал, он меня убил. Как? Я же понял, я его разворачиваюсь, толкаю, а там плиты, вот на плиты, короче. Блин, ты издеваешься, Игорь? Ты что, я тебя не стал ничего с тобой делать, просто дебил! Как ты его так мастерски просто до удара убил, мне такой вопрос? Я не знаю, я испугался и просто на мышку нашел. Вот, смотри, тут ловушка где-то. Нет, это не та карта. Это не та карта. Найдите сраку. Да, главное, чтобы нападения зомби не было, это самое главное. Это да. Ой, мама дорогая. Не помогите. Яр. Эдисон! Держись, Яр. Мы умрем! Яр, нет, мы не умрем! Она не поднимается, поэтому все нормально, Игорь. Мы держим. Вы сгорите. Нет, мы... Игорь, мы... Вот за Эдисон эпично. Эдисон, Домхрин! Домхрин, туши! Туши, Игорь! Да давай прекращайся уже, это волна сраная из лавы! Ой, жопа! Горите, а где Жека? А я вот на вот перед вами. Где? Он на дереве, ах ты ж собака! дайте мне лук! Эйсон, убей его! Мы не такие предатели! О! В смысле не такие предатели? Меня Игорь прошлый раз убил! Ты его просто напугал, понимаешь? Он обосрался! Так, открыты новые рецепты, загляните в справочник. Новый рецепт? Какой рецепт? Так, я тут уже знаю, куда бежать. Нет, я туда побегу. Главное, чтобы зомби нападения не было. Слышь, ну иди отсюда! Я боюсь дерево! Так, нет, а лучше сюда встану, а то... Да какая обычная война, можете идти скупнуться. Падайте вниз. Обычная водичка, она не убивает. Мы в безопасности, не переживай. Да? А мы самые высокие? Да. Не самые. Вроде не самые. Сидишь вообще на чердаке дома. Да, все нормально. А я там выжил. 5 коинов, алло. 5 коинов. Ты читер вообще, читер. Нет, самый лучший Майнкрафт. Два раза выиграл 5 коинов. Ага, лучше, чем... Да, он 3 выигрывал лично. Я вообще ни разу не проигрывал, поэтому я... Да, поэтому как бы... Поэтому 5 коинов, да? Игорь! А вы Игорь! Что это значит? Ааа! Нет! Твою мать! А что было? Что происходит? А что Игорю коины не дали? У меня такой вопрос. Игорь. А почему у меня 3 коинса? Ладно. А почему?
Зашибись. А почему у меня два? Прикольно, люблю эту карту нечестную. Это карта счет. Просто понимаете, карта не любит Игоря. Я же... Вы не любите меня, у меня было 5 коинов, мы начали все заново, дебилы. Не было такого, не было! Я дым. Я сюда, я. Ага, да, сам туда падай! Сам туда падай! Мам, дорогая, мама! Какая мама? Два идиота. Что вы там делаете? Что вас зомби сожрали! Ты дебил, думаешь, что меня напугаешь или нет? А где ты? А где? Я тут нормально, я тут спрятался, мне тут никто не видит. А ты меня найди меня, давай, найди меня. Зомби! Давай, валите его, кусайте его, давайте, сгрызите его! А не за мной, не за мной! Давайте, да! Не! Закончите его нахрен, закончите его у меня! Зачем ко мне его привел, придурок? Нормально. Где ты сидел? Я где-то внизу сидел. Там зомби вообще не было. А мне нормально, мне нормально. Это дебил привел меня, значит, зомби. А ты тоже умер, что ли, или что? Нет. Не успел. Я не успел, все хорошо. Не успел. Так. Что делать? Что будет вообще? НЕЕЕТ! АААА! Что делать надо? Я не знаю, потоп какой-то должен быть. Нет, пожалуйста, не надо! Собака! Что будем делать? Мы умерли одновременно. В смысле? А кому дали? А кому коины дали? А что дали Игорю и мне? В смысле, почему мне не дали? Друзья, Жека умер? Нет, ну в смысле я умер после вас. А почему мне не дали? Ты первый нажал респавн. Я ничего не понял. Сколько у кого коин? У меня 3. У меня 4. Кто-то там не любит Игоря карта, да? Все понятно. Да, есть такое. Нет, иди в жопу, да иди отсюда. Нет, куда прятаться? Иди, я сказал, я хочу поиграть с Альгары, ты не хочешь? Да, блин! Пацаны, Блоксторм! Блоксторм! Надо убегать! Вот и лезь себе там на свои глаза. Не, вы можете стоять на одном месте, как бы ничего плохого не произойдет, мне кажется. Игорь. Игорь, подойди! Игорь! Блядь меня. Что вы тут за катакомбы построили из этих гномов? Что это такое? Игорь! Так, тут все выиграли, тут как-то изи. Изи было, да. Я черепаха-ниндзя. Кого ты ниндзя? Черепаха я! Упал! Главное, чтобы был уже где-то инсайд, чтобы они взлетели. Давайте. Пошел вон! Ушел отсюда! Крыша! Фу! Get inside! В смысле? Почему Жеке дали коин? Потому что я выжил как бы. А, ты не взлетел? Нет, я под в этой башней. Ты ж зараза ты такая! Зараза такая! А ты что не спрятался? А я он за мной полз. Я просто вовремя спрыгнул. А вот нет. Опять эта карта проклятая, а? Не, на этой карте проигрываю, мне кажется, что-то не нравится. Не нравится эта карта? Да, хватит меня знать, как придурок. Это мой. Давай, отомсти ему! Это мой писун. Нет, не успел! Опять, почему тебе коин опять дали? Потому что он уже был в полете, может, я не знаю. Я не понимаю. Ну везет просто на это карте. Мне кажется, нужно минус один коин сделать. Нечестно! Нет, просто. Просто нечестно. Просто я. Профессионал. Читай, два читера, понимаете? Два читера. Привет, я отсюда. Я ходов. Блоксторм! 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 У меня
чуть нога эта судорога не схватила. В закрытом помещении блок-шторм, понимаете? Так, да, надо кого-то грохнуть. Кого бы грохнуть и как бы грохнуть, а? Ты уверен, что это так вообще возможно? Конечно, можно. Уже так миллион раз умирали. Ну, можешь остановиться и просто не бегать. Можешь встать на месте. Не-не-не, спасибо. Нахуй заразу. Сколько у вас коинс? У меня 7. У меня 6. У меня 8. У тебя сразу минус 2 можно отминусовывать. Читер. Да нет, на самом деле нельзя. Читер, просто читер, так, понимаете? Так, говорят, наш дом будет. Читер. Я не хочу жить с тобой, уходи. Будем летать. Будем полетать. А-а-а-а! Что происходит, что там, что за штука? Так, все, мы типа... Типа нас вверх подняли. А, да? Да. А что за дичь? Ну, мне кажется, это Mortal Kombat. Время для Mortal Kombat. А, все. Нормально, все нормально. Я как-то не понял, залагало, не залагало. Опять будет какой-то потоп, я опять умру. У меня всегда какие-то траблы на вот этой карте. Именно на вот этой карте. Но если ты будешь на домике, то ты не умрешь, потому что там он самая высокая точка на карте. Нет, я умру. Нет, стыдно. Да, я умру. Нет, только не сталкивай меня, придурок, я тебя не прощу. Он предатель, ты что, не знал, Ер, ты что, не знал? Пишите в комментариях, я как предатель. Я спас нас, так бы опять карты залагал, и мне опять дали. Ты всех нас предал. Первый раз, Ер, надо было его сталкивать. Так, ну все, это сейчас да. Будет месть, Эдисон. Я просто как Джеки Чан, я такой в воздухе, вот так пяу. Запомни это, Игорь, запомни. Я бы тебе не стал сталкиваться, если бы мне не сказал тебя толкнуть, я просто такой думаю, ага, точно, можно же тебя столкнуть. Куда вы ну, побежали, смотрите. У меня... ГАСТЫ! Посмотри, ГАСТЫ! Ну гасты тут не будут на Дартанеле. Да будут, все будет, не проживайте. Mortal Kombat! Хорошо, если Mortal Kombat. Хорошо. Я думаю, что лучший Mortal Kombat, я тебя раньше начал бить. Да он тебе уже больше ударов нанес, мне кажется. Я судья, пацаны, я судья! Пошел в сраку! Тут тупик! Ловушка! Нельзя выбегать из-за ринга! Нельзя из-за ринга выбегать! Игорь! Да ты супер! Заметь, это не я убил, Эдисон, давай! А, да! Я его из одного удара, да, убил? Я просто бил, да ему все ХП нанес. Mortal Kombat. Сколько коинов? Ты сделал фаталити. У меня 10 коинцев. У меня 9. Это падлы. Есть такое. Ты понимаешь, кто предатель-то? Так, ну будем считать с того, что у меня... Я вообще ничего не делал. Убил меня, ты сделал мне коронное... Я один раз тебя ударил, он тебя как бы все ХП тебе снес. Победа, я даже не сдал. Ааа, Титерен! Пацаны. Где-то будет, я не знаю. Надо убегать, что самое главное. Так, сзади меня! В смысле? На Игоря прямо пало. Почти. Пошел в драку. Что, ты хочешь меня столкнуть? Да, ты хочешь подраться? Дебил! Ты иди за жопу, вот и бегай там. По идее, стоп, если вы встанете под каким-нибудь... Какой-нибудь крышей даже вообще никак нельзя убить. Думаешь? Ну, надо попробовать, только я пробовать не хочу на самом деле. Ладно, я попробую. Ну давай. Хорошо. Давай. Да, смотри, просто на Игоре писюн строится. Писюн строится, пацаны. Я вот на него так просто срут сверху, я сделаю все хорошо. Нормально, ты читер, Игорь. Дождик из какашек, нормально. Так, хорошо. А, все нормально. Это изи тогда как-то, я думал, просто бегать нужно. Да, я тоже так думал. Игорь-читер. Так сложно, на W нажимаешь, просто имеешь кошевой. Ну так можно есть шанс. Так можно другого убить, да. Там, или такое. Споткнешься или еще что-то, понимаешь? Да. А так все просто. Я тебе, Эдгар, я тебе же говорил, что это мой писюн. Ты вот не помнишь? В этом БОМБА! Нет, пожалуйста! Бомба! Так, вроде все нормально, все. Смотри, как я обосрался. Я бегу и такой хоп в бомбу упираюсь просто. Все нормально.
Это лютый. Последний раунд, пацаны, можно. Последний раунд. Не люблю эту карту, так, вообще не люблю эту карту. Игорь, давай договоримся, пожалуйста. Давай договоримся. Тут просто у тебя помощник. У меня нет помощника, который сделает тебе фатали, типа. Что, где? Откуда? Где она вообще будет? Если наверху, то это жопа. Если внизу, то вот это жопа. Ну что, где-то в туннелях? Нет. Она внизу была! Я опять ему дам! Мне 2 коина зато дали. Подожди, она все там внизу взорвала? То, что прям пропасть, да, была? Нормально. Ой. Нет. Не надо, что? Подождите. Моды, клик ваны, автоматик, чузы, рандом мэп. Не надо тут дизастера никакого, не надо дизастера. Ставьте огромный палец вверх, если мы наберем 15 тысяч лайков, то сразу же выйдет продолжение, я вам обещаю. И мы дальше будем выяснять, кто же кто предатель, кто не предатель. Да. Естественно. Ставьте лайки! Всем удачи и всем пока. Пока.